Здравствуйте! Сегодня я вам хотел рассказать о том, как мы ходили в поход, как мы осваивали очередной новый трейл. Трейл называется Highlands Trail Till. Он расположен в Byram Township, это штат Нью-Джерси. И сейчас я вам покажу его, и дальше мы с вами по нему пойдем. Итак, давайте посмотрим на то, как выглядит этот трейл. В данный момент мы смотрим на журнал нашего похода по этому трейлу. Давайте его откроем. Значит, продолжительность трейла составляет 1,72 мили, это, грубо говоря, 2,5 километра. Давайте перейдем в режим 3D и включим Satellite Mode, режим карты, трехмерной карты. Вот это вот как выглядит этот трейл. Значит, как я уже и сказал, начинали мы в этой зеленой точке. Если внимательно посмотреть, то вот здесь есть парочка крутых подъемов, вот здесь и вот здесь. Дальше движение по трейлу было довольно-таки пологим. И мы, когда мы дошли до первой обозревательной площадки, это вот здесь, то мы здесь много времени не провели, потому как обзор был закрыт деревьями, то есть было не очень хорошо видно. Но когда мы дошли уже вот сюда, вот здесь уже деревьев особо не было, и здесь открывается шикарный вид на равнину и реку, вот эту вот Musconetcon River. Вот здесь мы провели где-то порядка 30-40 минут. В общем, довольно красивый был вид, и учитывая то, что это был яркий солнечный день, было не очень жарко, довольно прикольно было находиться на этой обозревательной площадке. Но давайте вернемся назад к видео. Сегодня мы решили далеко не заходить, да? Сегодня мы будем тут. В одинаковом зеленом цвете. Да. Сьогодні ми знаходимося в Waterloo Village, припаркувались і йдемо на вхід до трейла. Він не з тої сторони буде їхати, чого вони там стали? О, пожалуйста, вже і чорт нарисувався. Ось це от трейлхед. І він, судя по всьому, ромбик тіл. Ромбик, це означає, що тут починається трейл. Да, мила моя? Ага. Ну, на велосипедах їздять. Ну, а ми пішочком. Ось це от у нас трейл, по якому ми ще ні разу не ходили, але він такий доволі пологий. Тут не повинно бути ніяких особих підйомів. Ну, все-таки трошки метрів на 150 піднімемося. Ну, так, слухай, а що це за трейл, якщо не треба нікуди підніматися, да? Так. Да. Підйомчик та такий доволі крутий. Народ є? А? Куріння прямо по землі. Ну? Ну що ти зіш, вже один камінь. Загикався. Як тобі, поки нормально? Не жарко? Ну, може скользнемо. Ага. Ну, пішли далі. Де? Ага, вони які булыжники огромні. Пішли далі. Так, ну от ми вже пройшли десь процентів 60-70 до верхушки, до вершини. Ну, скажімо так, парочка доволі крутих підйомів була. Да? Ну, зараз вже стало більш полого. Ну, осталось, мабуть, 10 до вершини. То есть довольно-таки короткий трейл на самом деле. Это наш обозначение трейла. Идем правильно по пути. Так. И идем дальше. Так, ну вот мы дошли до нашего первого оверлука. Невеличкого. Никого здесь нет. Только мы и медведи. И все. Да? Давай. Рожа уже потна, пот сбегает. Блин, надо купить селфи-стик, точнее селфи-стик есть. Осталось только взять холдер для телефона и все. Вот такой у нас вот невеличкий оверлук. Ну все, пошли дальше. Так, и вот. Вот у нас почався вже стіп-клайм. Тут такі он брили,
здоровенні камені. Фух. Ну це вже останній стіп клайм. Фух. Зараз вже залишилося. Та блін, задрав этот самий, этот телеграм. Так, о. Так, сюда, да, поворот направо. Идем. Идем, довольно-таки крутий подъем. На цьому трейлі народу мало, да? Угу. Так. О. О. Ніфіга себе. Давай. Ага, вище чуть піднялись. Вон проглядує там сусідня горка. Не гора, а горка. Пошли далі. Ідем туди. Так, ну от, наконец-то. И конец трейла, в смысле, ровно половина трейла, мы дошли до... О, давай, какой оверлук интересный, а? Nice view! Ух ты ж, а? Just for you and me. А? Какой nice оверлук, а? Якась річка вонючка тут протікає. Ну, so nice. Wow. Look at this, huh? Проще йдеться? Так. Да. Я теж думаю, що проще. В общем, дійсно, ти согласна з тим, що це moderate trail? Uh-huh. Я теж так думаю, що це moderate trail. Ладно, ми ще до кінця не дійшли. Йдемо до кінця, там буде звісно на 100%. Судя по всьому, так воно і буде. Ти бігати вмієш? Ну вот и закончился наш трейл. Мы вернулись назад. Все, мы не знали, что тут, оказывается, тоже есть парковка. На следующий раз будем знать. Народу на трейле оказалось совсем немного. Зовсім небагато людей. А? Люди, я давай с тобой. Не, ну мы бачили несколько раз, несколько человек. На следующий раз будем парковаться тут. Будем знать. Ну вот и подошло к концу наше видео. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте ему лайк, а также подпишитесь на мой канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, которые я буду публиковать на моем канале. Ну а на сегодня все. Пока!